Бисмиллахи рахмани рахим. Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассалому алейкум, достойные мои рубони ман. Ассалому алейкум, хамватанони ман. Здравствуйте, мои милые, мои родные друзья и гости моего канала. Мои девочки, хочу вам показать новые новиночки, шикарных моделей, новых моделей. Очень-очень даже красивых моделей, девочки мои. Пожалуйста, сейчас все вам покажу. Одежда, девочки мои, для сестер. Смотрите, какая красота. Капюшон с платком. Смотрите. И видите, как оно идет. И платочек можно одевать вот так, мои красавицы. Смотрите, как. Видите, вот. По-любому можно его одевать. Как хотите, можете одевать, девочки. Все идет с карманами. Вот на мне размер самый большой. Они идут эска, они идут 42, 44, 46, 48 до 54 размера. Вот на мне, девочки мои, 54 размер. Элька. Они большемерочки. Ткань, девочки мои. Ткань у них идет. Дубайский абайный мраморный шелк. Качество люкс. Один раз прогладишь, и никаких больше не будут здесь взломов. Вот такая красота, девочки мои. Шикарные модели, очень хорошее качество. Размеры у них идут 42, 44, 46 до моего размера. Здесь, смотрите, идут они как капюшон. Видите? Здесь как капюшон, здесь платок, и здесь у них идет платочка. Я вам сегодня, девочки мои, видео его выклала. Я сегодня хотела вообще-то делать другое видео, но мне очень много пришло смс-ок, что сестра, пожалуйста, сделайте видео на живую. И сегодня я за это для вас сделаю его видео на живую. Как всегда, девочки мои, и вот так получается, видите, как красиво. Как всегда, девочки мои, я, как вам говорю, я сначала товар заказываю, беру по количеству и потом смотрю на качество. Когда мне качество понравится, я ее заказываю много. Модель 5, сейчас мы взяли около, я не знаю, 50 или 60 штук, но в пятницу, иншалла, придет 200 штук этих. И этих, девочки мои. Вот, и эти. Сейчас минимально их по количеству мало. Я просто хотела посмотреть. Вот, смотрите, какая красота. Все, девочки мои, идет с карманами. Ткань дубайский мраморный шелк. Вот, абайный дубайский мраморный шелк. Все идут, вот, рабочие. Видите, пуговки здесь все рабочие. До низу пуговки все рабочие. Вот. Очень удобная. И на платье можно ее одеть, девочки мои. И просто так можно, без ничего. Вот как я одела, я без ничего. Вот просто все девчонки мне взяли и его одели. Вот сзади. Вот так. И вот. Спереди, мои красавицы, вот такие модели. Теперь вот смотрите сзади, как они. До 54 полного. Самый большой размер, девочки, на мне. Платье с капюшоном и с платком. Смотрите, как красиво. Самое главное, девочки, здесь цена их у меня 2500 рублей. Но для моих подписчиков, как я вам сказала, цена 2000 рублей. Придете, девочки мои, здесь вам продадут по 2500 рублей. Только говорите, что вы мои подписчики, показывайте, что вы подписчик, что вы по этому фото пришли, и вам дадут по 2000 рублей. Платье для сестер, платье по шариату, девочки мои. Все прикрывает, все закрывает. Все эти платья для вас по доступным ценам, мои красавицы. Смотрите, какая красота.
Вот. Вот эти идут. Ментоловый цвет. Идет вот такой цвет коричнево-таракортовый. Идет. Вот видите, они как идут, девочки мои. Смотрите, как красиво сделаны. Идут черно. Смотрите, как они идут с таким цветом. Смотрите, как. Как я вам сказала, ткань дубайский абайный мраморный шелк. Ничего не будет при стирке. Один раз прогладите, и все, больше гладить не надо. Постирал и повесил. Очень качество супер. Как я вам говорю, я сначала беру на пробу, я взяла там штук 50 этих и этих понемногу. Посмотрю, какое качество, как получила. Я сразу на ощупь, и у меня пошел заказ. Иншалла, завтра, друзья, пока. До свидания. Завтра, иншалла, будут у нас, через 2 дня будут эти модели. Так что заказы скидывайте, модели есть, иншалла. Как сюда приедет все. Вот мои красавицы. Сейчас я вам дальше. Шкрунаджон. Нишон дудам, кем брал у модели пошел на дача. Бисмиллахи рахман рахим. Мои милые девочки, вот еще одежда по шариату. Можно ее одевать на любое платье, наверх любого платья. Можно его одевать и один. Можно просто одно платьишко снизу одеть и один. Вот. Смотрите, какая она ширина. Видите, какая красота. Вот они, мои красавицы. Наша одежда по шариату. Как я вам сказала, ткань мраморный дубайский абайный шелк. Пожалуйста, девочки мои. Рукава, девочки мои, вот такие венгерка. Смотрите, вот. Вафельные рукава венгерка. Вот здесь они вот так закрываются. Смотрите, девочки мои. Это одежда для сестер по шариату. Вот, девочки мои, смотрите. Платье можно одевать наверх любого платья. И можно просто одевать его без ничего. Вот такая модель. Вот смотрите, какая ширина. А самое главное, один раз проутюжите, его больше не надо, девочки мои, проутюживать. Просто один раз. Вот такая длина, вот такая ширина. Размеры идут по 66. Рукавчики венгерка, вафельная венгерка. Сзади, девочки мои, вот смотрите, какая красота. Вот. Видите, как сзади идет?
Вот так. Вот такие цвета. Количество, девочки мои, будут штук 200. Вот такая красота. Вот смотрите. Вот. Да, цена, самое главное, девочки мои, цена. Одежда для шариата по доступной цене. Цена, девочки мои, мы продаем здесь 2500. Я вам сказал, только для вас, что вы далеко, вы не можете приехать. Эти модели вам по 2000. По 2000. Здесь мы их уже несколько раз продали по 2500. Девочки, они даже и 3000 стоят. До того такое количество я вам сделала по скидочным ценам. Вот так, иншалла. Вот, мои красавицы, смотрите. Ткань мраморный дубайский абайный шелк. Размер по 42 по 66. Единый размер. Цвета необычно, необычные цвета. Вот такая красота. Количество сейчас 50 штук, а потом будут штук 100, а может быть и 200. Посмотрим, сколько по количеству у нас есть. Вот такая красота, мои красавицы. Все. Вот. Смотрите, красавицы мои. Смотрите, какая красота. Вот зеленый цвет мусульманский. Смотрите, как красиво, девочки мои. Представляете, его одеть на любое платье. Как бывает красиво, одеваешь, и все открыто, все закрыто, девочки. Очень красиво, вот смотрите. Такая модель для вас. Шок, цена 2000 рублей, иншалла. Мои милые девочки, мои милые подписчики, у нас, мы находимся в торговом центре «Садовод», корпус А, второй этаж, линия 2Г. 20. Ориентир идет фонтан. Подходите, здесь один фонтан. Приходите к фонтану, спрашиваете, где фонтан. Приходите к фонтану, около фонтана вход 9. Заходите, метр 2, поднимайтесь наверх, поворачивайтесь налево и поворачивайтесь к нему. Там вы увидите наши плакаты. Вот эти наши места, девочки мои. Сейчас все после работы, после уборки вот так идет. Это наши места, мои красавицы. Вот. Потом один день сделаем видео, потом вам сделаем съемочку всего павильона, мои красавицы. И приходите к нам. Вот здесь мы находимся. Желаю вам счастья, удачи, здоровья и благополучия в семье и в бизнесе. Аминь. До завтра, мои красавицы. Лакой апаш. Тез габ мизаном кати дахтаро. Мегум ки тез кати шумо габ заном. Нами хели моделой фасони аджойботу овардам. Рости габ ма факат модела заказ мекнам. Авал миоя ме бинамаш качестваша. Качестваш хшру боша дахтаро хадма форит. Сразу барой шмора заказ мекнам. И на нигахкне тканяш. А как шмо мана бовар мекне мисолша, ма шмора чхал фрепту мекне, бугум ки не, хелу хел мисолша, тарифи дру. Не, ин ткань аджойбот хшруал. Я бор у такыш мекне тамом дыхтару. Хами ка фасона, хами ка хшруа, як аджойбот. Ай болой любой крта ме пушиш, ай любой, ай болой любой че ме пушиш, ина не гахкне дыхтару. Пышта паса диде чхел. Ами либосой баш шариати дыхтару. Бехат фасон, бехат хшру, качествош бехтарит. Мода и чем мы фрушаем 2500 рубль. Барой шмора дыхтару 2000 рубль. Ки и нам это бупуше, хам арзум бгире, хам хшру бупуше бгарде дыхтару. А на хели крутой фасон барой шмора. И нам и цвето хастан дыхтару имею рубоня. Паш, как? Чего рабине чхал хшруа? Цвета коша бине, а джойбо дыхтаро фасони хшру. Диде, бат инай кртавако вару молако шу дыхтаро.
картовару молошу. О, вардем ростига, буквтом хайку бабиным. Да сурат, дахтару хама чиз хшруай. Да сурат, ме биниш, ме гуйки, ухи, а инда хшру неста. Неки нами дуни, яки у синтетика боша, яки у чхели боша, мисолша. Хай, одам, мисолша, ман, ака, ми орум, чхел бошу мора, да шумо, чхел ме фрушум шо. Варум кара, فقط کاما کاک زکاز میکنم محقول شید خدمه دارو شما را زکاز میکنم شو این دخترو کرتوها و رومالوشو اجایی بود فسان اجایی بود خشرو این پشتکش نگاه کنید دخترو تکانیش چخیل شما را گفتم تنک نیستای خشرو وکی غفصکی عباینی شلکه فسان ست پویزه های تنک نیست این اید کنوبکا داره دخترو این دیده ای پشتش کپیشون های این ای خیلی های بینه دخترو چخل خشروه این ای خیلی اگر او را ای پیش ببندی کرتت ای پشتت نای خیلی میتوه ای ایس بندیش اینا با هستن که میسول چا اینا ای خیلی میدوزن با دایجاش وای میکنن یک چلاچاش میدوزه یا که یکم مدل فاسون ای خیلی هم میکنن میفورش ای خیلیش میکنن محکم میکنن اینا دخترو خشرو گیره بینه میفورش میبندش چه خیلی که میفورش اینا دخترو میفورش میبندش کیسه داره دخترو اینا نرخوشو دخترو چخیلی که گفتم تو 2000 روبل برای شما را 2000 روبل همش کیسه داره همش رومال داره چخیلی که میفوره دخترو میبنده اینا پیشک شبینه اینا دخترو پشکش دیده چه خیلی تکمه چی داره اینا محکمکش میکنی اینا اینا دخترو چه خیلی که میفورد میبندیش میفورد نمیبندیش میفورد ایتا میبندیش اینا مرحمت نرخوشو 2000 روبل انا دخترو میربونی اپش اصلاکوی اپش اولی بارو یک تا با یک تا اومده ایسان انشالله نصیب باشه بسیار مدلو که نوینکا مدلو فاسون مدلو خشرو هر نمود مدل برای شما را من میارم دخترو نصیب باشه ایو روزی جمعه میرسن ای هستن حوزی 50 تا 60 قریب 70 دونه ممکن باشن ای همه مدلو هستن نو روزی جمعه ایشم 100 تا میرسن نصیب باشه انشالله ایشم 100 تا میرسن نصیب باشه انشالله زکزاتونه پرتفتم گیره زکزا میشه اکم دیگه چی تو بگم دخترو در پناه الله باشه خداوند نگهبان مددگار تو باشه پروردگارو اولو تنی صحت سلامت دلی بیغم برو ریکار کشویش کار سفری بخطر خداوندو چی ارزو مقصدی در دل تو باشه جمعه عمل باشه پروردگارو بیماران رو شفا بده پروردگارو به فرزندان رو فرزندار کنه پروردگارو کسی که مقصد جفتی مناسبی خچه میکنه و پروردگار جفت دارش کنه و خوشبختش کنه پروردگار توی دارو را سر فرزند سر کچه و خوشبخت کنه و همه وقت دخترای باشن که همه وقت خسر خشتومن دار باشن که با معامله باشن و کلانترو را حرمت کنن خداوند و پروردگار آدمیزاد چی ارزوی در دلش داشته باشه یگانه خودش میدونه خداوند با همه ارزو مقصدش برسونه خداوند بزرگوار همه شما را پروردگار تنی صحت سلامت دلی بیغم براری کار کشویش کار سفری به خطر تو پروردگار همه چه خیلی که من دستگیری میکنه چه خیلی که اپا جان میگه پروردگار ای فرزند دو تو پروردگار همه خیلی بگردن تو ای الله بزرگ بگردن ای دستگیری شما که مقصد دستگیری ما میکنه همه جا توجی که کار کرده سنید در همین شهری مسافری خداوند و شما را همه وقت سربلند با آبرو با عزت با حرمت کنه و با تنی صحت سلامت کنه پروردگار سفری به خطر تو دیم خداوند و بای با دولت خوشبخت کنه آمین و ربیل عالمین در پناه الله باشه با توپگاره انشاءالله خی اصلاکوی پش توپ گره دخترکوی من هزار رحمت کلان چکر سخرانی؟